Ford Explorer. 2008 года выпуска. Пробег 238 тысяч километров. Полный привод. Бензиновый двигатель объемом 4 литра. Мощность двигателя 212 лошадиных сил. Автоматическая коробка переключения передач. В комплектации автомобиля легкосплавные диски, зеркала заднего вида с электроприводом, электроскладывание зеркал, передние электростеклоподъемники, задние электростеклоподъемники, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, кожаный салон, электрорегулировка сиденья водителя, электронная система регулировки сиденья пассажира,